Приветствую всех на канале Никлайк, с вами Николай. И да, давно меня не было, давно не было реакции, целых 7 дней. Я уже писал, что я приболел, но сейчас немножечко выздоровел, вроде все полегче стало, только нос, заложенность носа осталась, а так вроде все нормально. У нас новая группа, Кеплер, с дебютной песней «Вода-да», и мы ее послушаем, оценим эту группу, целых 9 участниц, и посмотрим, что они покажут нам в 3-минутном ролике, клипе. Давайте приступим к просмотру, оценим, заценим, и будет ли она у нас в реакциях или не будет. А кто новенький, заходите по ссылке, там плейлист с кей-поп группами, там очень много разных групп, появляются и остаются. Поехали, слушаем. Неплохо. Для дебюта это круто. Мне понравилось. Что хочу сказать по песне. Музыка очень... Мне очень понравилась музыка. Особенно вот момент припевов. Круто зашла. Картинка, как всегда, сочная. Как у кей-поп группы. Это у всех красиво и сочная. Они уделяют своим клипам очень-очень хорошее внимание. И участницы практически все исполнили какую-то часть. Практически все сольную. Но... больше всего было 3 участницы. Это вот одна из участниц. И, по-моему, с розовыми волосами еще одна. Их больше всего было. И они чувствуются более увереннее себя, как мне показалось. Все остальные тоже неплохо спели. Припев крутой. Но вот эти вот 2 участницы мне кажутся более... как сказать...
более опытнее, может быть, или более уверенные. Есть люди, которые только когда начинают в чем-то, в карьере, даже в профессии, кто-то более уверенный, кто-то идет потихоньку к уверенности. И тут также. Как вам группа? Напишите в комментариях. Ну, за ней последим. Посмотрим, какие песни они еще придумают, что у них появится. Если у них будет по нарастающей, они смогут себя показать на K-pop культуре своей, извиняюсь. Вот. И подняться наверх, стать знаменитыми. Хотя уже 22 миллиона просмотров, 1 миллион лайков, это круто. Даже больше 1 миллиона лайков там уже. Я думаю, многим понравилось. Уже говорил, напишите в комментариях, как вам. И не забудьте про лайк и про подписочку. Всем до скорого. Увидимся на канале.